День казахстанской полиции – это знак уважения всем тем, кто создавал казахстанскую полицию и самоотверженно несет свою службу. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. Капитан запаса Абдибек Сери признается, что с детства мечтал стать милиционером. И даже сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, он продолжает учить молодых полицейских, и в их числе собственного сына. «Я очень горд тем, что мой сын пошел служить в полицию. Он сам видел, как я работал. Он понимал, какая это уважаемая, но и с другой стороны, очень ответственная работа. И когда он сказал, что хотел бы служить, я не стал ему препятствовать. Сейчас он приходит ко мне иногда за советами». Во время торжественного мероприятия награду уже из рук полицейских получил Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Ему вручили памятную медаль к 25-летию казахстанской полиции. Руководитель управления внутренних дел города Шымкента, полковник Арман Бисимбаев, рассказал об успехах стражей порядка. Количество правонарушений, зарегистрированных с начала года, снизилось, и при этом существенно увеличилась раскрываемость всех преступлений, совершаемых в городе. За 5 месяцев 2017 года в городе было зафиксировано 2076 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это снижение на 19,3%. Особо тяжкие преступления снизились на 3,2%. Тяжкие преступления на 39%. Грабежи на 15%. Изнасилования на 38%. Хулиганство на 38%. Кражи на 12,4%. Автоугоны на 43,5%. Мошенничество на 31,6%. Отметим, что День полиции – это не просто праздник, на котором присваивают звания и дарят грамоты и подарки, но и день, когда отдают дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев. За годы независимости более 400 сотрудников полиции и внутренних войск удостоены государственных наград. Около 100 сотрудников органов внутренних дел награждены орденами ДАМ и АИБАН. Из них более половины посмертно.